Так, для тех, кто не в курсе, мы сейчас наблюдаем, как казахский повар готовит лагман. То есть потом вот это тесто, которое он сейчас растягивает и месит, он будет резать на мелкие кусочки, заливать бульоном и добавлять туда мясо. И получится лагман. То есть национальное казахское блюдо. Вот. Я вначале подумал, что это что-то похожее на хлеб готовится, либо в лучшем случае макароны. Нет, это лагман. Это лагман, да? Да, лагман. Отлично. Вот у нас готовится здесь бульончик. Так, сейчас мы будем наблюдать, как это делается. Причем, что интересно, я его ел практически в первый день, когда я попал в Казахстан. Я его сразу ел. У нас близится крайний день, когда я нахожусь в Казахстане. И наконец-то узнал, как он готовится. А, вот, кстати, вот что-то подобное это будет. Вот видите, вот эти макароны. Вот. И они будут заливаться бульоном. И получится в результате такое мусульманское блюдо, которое было у татар. И вот сегодня мы будем наблюдать, как оно готовится у казахов. А, мы уже наблюдаем. Ага, вот так вот. Ага. Ага. Ага, вот так вот. Все, я понял. У нас получаются очень тонкие вкусные макароны. А потом они еще нарезаются. И получается вот такое блюдо. Опа. Его надо срочно отдать в итальянский ресторан, мне кажется. Окей, наблюдаем. Ага. Здесь будет лучше видно. Один бросает, второй вылавливает. Схема очень простая. Там на заднем плане один братишка поджаривает мясо, поджарку, овощи и прочие ингредиенты этого бульончика. Потом это заливается все бульоном. Значит, получается лагман. Подается он в двух тарелках. В одной тарелке получается вот эта паста, то есть вот эти макароны. А в другой бульон. И где-то еще там есть что-то типа овощного рагу с кусочками мяса. По-моему, это все в первой тарелке, там, где макароны, там, где тесто. Вот сейчас он будет, наверное, добавлять. Вот добавляет. Смотрите, видите? Добавляет сейчас овощное рагу. А, это какое-то другое блюдо вообще у нас. Это не лагман. Это просто макароны с овощами жареными. Но главное, что вот эти же макароны, вот эти же, вот эта паста, как говорят итальянцы, она же идет еще и на лагман. Вот, мы сейчас увидим, видите? Братан, как называется это блюдо? Буйру-лама. А? Буйру-лама. Ую? Буйру. Буйру. Лагман. Буйру-лама. А тут есть еще бульон к нему или нет? Лапся. То есть вот так просто лагман. Буйру-лагман. Да. Что это такое? Можешь ты мне объяснить? Что это за блюдо? Это
Так, там лапша тесная идет. И с мясом, и с специями. А, бульончик? Нет, без бульона. Без бульона? Без бульона. Просто лапша? Это а, я это понял. Второй, да. И он мне сказал, называется гуйру лагман? Да. Правильно? Гуйру лагман. Гуйру лагман. Это казахское блюдо? Нет, это уйгурское. Уйгурское? Уйгурское, да. А, я понял. Я всем рассказываю, что это казахское блюдо. Ну ладно, у вас же схожая кухня, да? Я понял. Спасибо, рахмет. Друзья мои, всем приятного аппетита. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Впереди много интересного.